Пожалуй, каждому родителю знаком вопрос, как, а главное, чем занять детей в дни школьных каникул. Помимо многочисленных елок, представлений и шоу, город предлагает нам и необычные виды культурного времяпрепровождения. Причем совместного, когда дети и взрослые объединяются за творческой работой. Один из таких видов досуга для детей и родителей – зимний фестиваль «Волшебный фонарь», организованный в музее имени Костеева. Это такая целая серия мастер-классов тематических. Но поскольку первый наш опыт совпал с зимними каникулами, то тематика, конечно же, зима, Новый год, Рождество. И ежедневно, в течение недели, каждый день фестиваля – это разнообразная программа, абсолютно разная. В ходе программы день за днем дети занимались росписью по керамике, оживляя символ года – обезьяну. Рисовали новогоднюю открытку с зимним пейзажем, делали елочные игрушки. И вот сегодня мастерят снеговика из войлока. Мама, папа и Валихан. Нужно три снеговика. Вот самый большой – это Валихан? Да, вот папа, мама, а вот я. Помимо творческой работы, их, конечно же, ждет еще и знакомство с интересными музейными экспонатами. Эта серия мастер-классов рассчитана на тот период, когда у детей в школах случаются каникулы. И когда у них появляется свободное время посетить наш музей и с пользой провести здесь время. То есть не только позаниматься творчеством, взять еще с собой в подарок это изделие, ну и, конечно же, посетить наши залы. В ближайшие дни участники «Волшебного фонаря» освоят старинную казахскую технику чаепития, будут собирать войлочные бусы и рисовать акварелью. А следующая серия таких вот занимательных часов созидания ждет нас в дни весенних каникул.